Крыштальные люстры, позолоченные дверные ручки и креслы с пледами. Малая зала Гомельского кинотеатра имя Калинина открылась после реконструкции. И она может принять до 150 глядачов, а дякуючи сучасному обсталяванню ровных в области ее нема. На первом кинопоказе побывала Ганна Каральчук. Вытонченную атмосферу 19-го стагодия передае интерьер у стиле ампир. Такий дизайнерский ход для малой залы обраны не выпадково. Будинок кинотеатра имя Калинина – это частка комплексу гостиницы «Савой», побудованный по проекте гомельского архитектора Станислава Шабуневского у 1911 годе. А пошние 12 годов это помешкание пустовало, але дякуючи реконструкции за 7 месяцев поменяло свое обличье. Таким чином, с допомогой оформления зала злучила теперешний и минулый час. Многие архитектуры Структурные элементы заховались, например, оригинальные уваходные и выходные группы. Очень приятно видеть такой интерьер. Он меня поразил. Светлый, современный, который целиком и полностью соответствует кинотеатру такого поколения. И таким конструктивно замечательным залом. С хорошим звуком, с хорошим изображением. Коля увахода у залу для наведвальников створили кинобар, а на балконе холла отвели место для музыкантов, якія будуць сустракать гостей. Саму кинозалу обсталявали лічбовым кинопроектором «Барка», які падыходзіць для 3D-фільмаў. Акустычная система Dolby Digital Surround стварае ілюзію поўнага погружэння ў фільм. Бельгійскі серебряны экран перадае прыродную насычанасць колеру, максімальную выразнасць і яркасць. Пасля урачыстага перарызання сімвалічнай кінастужкі ганаровыя гості цырымоніі адправіліся займаць свае месцы ў зале. Кинооборудование, экран, кресло удобное, диванная зона, VIP-зона. Я думаю, нашему зрителю, нашим киноманам это очень понравится. У нас сегодня очень много гостей, это мои коллеги, и те, которые принимали участие в ремонте этого зала, наш подрядчик. Поэтому, я не знаю, у меня много таких замечательных чувств я испытываю. Открылася кінозала расійскай прэм'еры рамантычнай камедыі «Сем вячэр». Прычым гомельскія гледачы ўбачылі гэтую карціну першымі, да яе афіцыйнага рэлізу. Гэты падарунак у год малой радзімы зрабіў расійскі прадзюсар, уражэнец Гомеля Георгі Малкаў. Ён сам у маладосці не раз прыходзіў у гэты кінотэатр, таму быў рады, што яго фільм першым пакажуць на новым экране. Кінотэатр Калініна, ГДРовскі фільмы пра індзейцаў. Просто штурмам бралі залы, была такая історія ў кінотэатры Калініна. Індзійскія фільмы. Все было, и все именно связано с кинотеатром Калинина. Важно же не только то, как ты смотришь, но и что. Надеюсь, что здесь все совпадет. И то, какой уютный кинозал, и то, какое у нас сегодня классное поднастроение кино. Почетно еще и то, что сегодня самый первый публичный показ нашего фильма вообще. То есть мы его только вчера закончили, и вот я сегодня приехал. Зараз на Гомельщине 13 кинотеатров с 19 переведены на личбу. Сёлета масштабная реконструкция чакая кинотеатру Петрикове. Ганна Каральчук, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель».